Курс «Дабстеп. Задаем ритм городу». Этот уникальный видеокурс создан при поддержке молодежного парламента. И если вы хотите изменить свою жизнь, внести в нее что-то новое, интересное, то кликните, пожалуйста, вот сюда. Ну, и мы с вами продолжаем. Пора выучить еще одну связку. Сейчас я ее сначала делаю целиком, как обычно, на счет. Приготовились. Здесь у нас будет много глайдов. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Первая восьмерка. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. Угу. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Пора разбираться на счет более подробно. Окей. Сейчас мы начнем с того, что я вам покажу, как делать глайды в этой связке. Итак. Раз. Два. И. Три. И. Четыре. И еще один. Пять. Я вот ставлю ногу сюда, заставляю шесть. На 7 делаю разворот 7. И вот здесь у меня идет глайд, как бы вот ногой туда-назад, 8. Теперь я делаю глайд в бок, но я его делаю вперед. Вот такой вот парадокс. Раз, два. Вот, собственно говоря, история с глайдами завершилась. Что ж, продолжаем. После того, как я пришел, я делаю бедром 3, 4. И продолжаю вести волну. 5, 6, вот до грудной клетки. Здесь с импульсом. Вот. И 7, 8. У меня вращается кисть, поднимается рука. Дальше, третья восьмерка. Раз, и 2. Да? Теперь я беру правой рукой голову и делаю circle. 3, 4. И вот, вернее, точнее, полcircle, да? Дальше, трейсинг. 5, 6. Вот эту точку стараюсь оставить на месте и перехожу. 7, 8. То есть эта точка фактически была на месте. И дальше идет раз с импульсом 2, 3, 4. И вот руки 5, 6, 7, 5, 6. Что-то я заблудился. В общем, руки идут. И дальше после этого я поворачиваю руки, когда они пришли. Делаю раскрытие грудной клетки и импульс. Давайте, чтобы было более четко, я вам последнюю восьмерку еще раз посчитаю, чтобы вы, как я, не заблудились. Что ж, последняя восьмерочка еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. Окей? Учите эту связку целиком, да пребудет с вами сила. Друзья, кстати, очень скоро я буду проводить онлайн-тренировку, на которой мы будем разбирать это более подробно. Плюс я вам покажу еще очень много интересных и нужных вещей. Чтобы записаться на эту бесплатную онлайн-тренировку, нажмите, пожалуйста, вот сюда. Ну, а также подписывайтесь на YouTube-канал Центра молодежного парламентаризма. И на мой YouTube-канал Саша Дракона.
куда я каждую неделю выкладываю свежие видеоуроки. Что ж, друзья, увидимся онлайн. Меня зовут Саша Дракон, а вы смотрите обучающий видеокурс «Дабстеп. Задаем ритм городу». Этот уникальный видеокурс создан при поддержке молодежного парламента. И если вы хотите изменить свою жизнь, внести в нее что-то новое, интересное, то кликните, пожалуйста, вот сюда. Ну, и мы с вами продолжаем. Разберем эту связку на счет. Приготовились. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В принципе, ничего сверхъестественного в ней нет, но для того, чтобы у вас получилось все просто отлично, просто великолепно, божественно и вообще лучше всех, я вам подчеркну кое-какие моменты, на которые вы должны обратить внимание. Давайте сделаем ее еще разочек. Раз, два, три, четыре. Теперь колено идет. Пять, шесть. Вот здесь я выхожу в диагональ. А теперь семь, восемь. Я выхожу во вторую диагональ. Теперь я делаю шаг. Раз, два. Вместе с волной, да? И вот когда я делаю шаг. Раз, два. Вот у меня руки вышли вот в эту фигуру. Три, четыре, пять, шесть. Забираю руку. Семь, кисть, восемь. Ну и дальше. И раз, два, три, четыре. Вот здесь я вышел на носочек. Я делаю дальше глайд и одновременно делаю трейсинг. 5, 6, и вот делаю теперь руками 7 и 8, и так же примерно делаю ногой, 7 и 8. То есть ногу я чуть-чуть брал назад. Мне кажется, вы без труда с этим справитесь, тем более вы смотрели предыдущие связки и были на онлайн-тренировках. Друзья, кстати, очень скоро я буду проводить онлайн-тренировку, на которой мы будем разбирать это более подробно. Плюс я вам покажу еще очень много интересных и нужных вещей. Чтобы записаться на эту бесплатную онлайн-тренировку, нажмите, пожалуйста, вот сюда. Ну, а также подписывайтесь на YouTube-канал Центра молодежного парламентаризма и на мой YouTube-канал Саша Дракона, куда я каждую неделю выкладываю свежие видеоуроки. Что ж, друзья, увидимся онлайн.